Привет, это Вячеслав, магазин Ролики.ua. Давайте сегодня вместе с вами разберемся, что такое система компрессии и какие они бывают. Первое. Система компрессии. Простым языком это метод крепления руля, вилки и деки. На сегодняшний день существуют следующие системы компрессии. СКС, iHIC, ICS, HIC и резьба. А теперь давайте разберем каждую систему по отдельности. Начнем с iHIC и HIC. Это две прочных и легких системы, которые достаточно похожи между собой. Особенно популярна эта система последние годы. Это Дима. Он у нас главный по всем этим кручениям, верчениям, в общем. Сейчас он вам покажет, как это все дело делается. Устройство следующее. В деку вставляем подшипники, снизу и сверху. Вставляем вилку, накрываем колбу-крышку и все это закручиваем. Некоторые нюансы. iHIC легче, чем HIC за счет меньшего диаметра. iHIC подходит под стандартные рули диаметром 31,8 мм, HIC подходит под оверсайз рули диаметром 34,9 мм. Кстати, HIC вилки можно использовать под SKS-компрессию. На наш субъективный взгляд, в силу конструктивных особенностей, iHIC-система прочнее HIC. И кстати, большинство дешманских самокатов, которые можно купить на любом рынке Украины, якобы брендовых, делают на системе HIC. Система SKS еще прочнее, немного тяжелее, самая надежная система, по крайней мере, на 2022 год. Устройство следующее. В деку вставляем подшипники, сверху и снизу вставляем вилку, сверху вместо колбы надеваем сразу зажим. Важный нюанс. СКС болты зажимаем через один, чтобы зажим равномерно фиксировал. Вы спросите, чем СКС система отличается от HIC iHIC? Ну, во-первых, она прочнее. Во-вторых, HIC iHIC требует руль с пропилом, SKS руль без пропила. Система компрессии ICS довольно надежная и легкая, но сложна и дорога в ремонте, за счет чего и потеряла свою популярность. Можно встретить в самокатах, например, ASIC и Revan. Устройство следующее. Система соединяет все детали сразу одним болтом, который закручивается над колесом. Резьба. Самый простой вариант крепления, который подходит только для новичков. Если вы уже хорошо катаетесь на самокате, брать резьбу нельзя. Точнее, можно, но только один раз до первого случая. То есть вот у нас снизу идет шаровый подшипник. Вставляем, собственно, в деку. Сверху тоже шаровый. И дальше у нас идут контргайки. Закрепили контргайки, после чего ставим сам руль. Поставили руль, зажали зажим, самокат собран. Надеюсь, теперь вы разобрались с такой сложной темой, как компрессия, и все у вас разложено по полочкам. Понравилось это видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, жми колокольчик. С вами был Вячеслав, магазин Ролики.ua. До новых встреч!